в движении, легкими, гибкими. Проводник забирает билеты. Сказали ему, что идем в туалет. Доходит до конца поезда, начинает искать отставших. Мы отставшие? Да, когда он доберется до начала, поезд будет на станции, и мы свободны. Это так чертовски глупо. Билеты примерно по 12 долларов. Тут вопрос принципа. Не должны платить за поезд в Польше. Это наша страна. Нет, это не так. Была наша страна. Выгнали нас, считали дешевыми. Ты врешь. Черт, парень, зачем? Ты красный. Да, потому что ты ударил.